дуэтах приглашаются Ирина Берен и Василий Гирелла. Анатолия Праудина. Что? Я могу или я пою? Ты не знаешь. Итак, Анечка, Ковальчук! Все ребята, которые там, женихи мои любимые, сидят. И все, конечно, без этого коллектива я вообще ничто, естественно. Поэтому я хочу сказать большое спасибо Юрию Николаевичу Кутузову, который с нами, который сделал эту роль, эту работу. Рому Кутежевский, который тоже был режиссером этого спектакля. Да. Очень спасибо. Вот. Хочу сказать, что я очень люблю наш театр, потому что вот ребята показали в миниатюре, как кто-то падает. Видимо, совсем уже. У нас никто не падает. Хотя это происходит 24 часа в сутки. Но никто не падает. Все идут к какой-то цели, не знаю даже какой. И хочу сказать большое спасибо моей семье, которая терпит мою работу. Это большой подвиг. Это тоже немножко для них. И хочу сказать огромное спасибо моей маме и папе, которые со мной сегодня здесь. Наконец-то они, может быть, тоже. За роль Петра Эггермана.